что, снимаю теперь с Костиного телефона, не знаю, как качество будет, но... Я сказала, я не пугаю. Ну, они боятся, да, когда камушки бросаешь. Все, пока не бросай, хорошо? Вот так, пока не бросай, пока не бросай. Мама, этот камень как черепашка. Да, похож на черепашку камушек. В пакете. Иди к Лизочке, Сэмчик. Гамак. Ну хорошо, идите гамак вешать. Очень тепленько, вы знаете, вообще 20 февраля. У нас, ну как в середине марта, скажем. Обычно такая погода уже начинается. Солнышко там пригревает. И я так рада этому, честно говоря. Я не люблю холода. И не люблю, когда пасмурно, дождливо. Это не мое. Эта погодка меня просто сейчас взбадривает и радует. Ой, как близко они к тебе уже подошли, доча. Ой, умнички. Умнички какие вы все. Да, прямо не боятся уже Лизу. Ой, молодцы. Уточки голодненькие. Что-то не могут, наверное, себе еды найти. Хорошо, что в Старбаксе дали нам кракеры эти к супчику. Мы их не едим, ну, почти никогда. Пригодились нам. Надо с собой брать хлеб из дому. А вторая уточка боится. Надо повыше вот эту веревку, повыше туда поднимать. А то гамак потом опускается. Я ж уже эксперт, Кость. Я уже научилась там на Куалине одевать этот гамак. Максим, вот эту подними тоже штуку с этой стороны. Можно? Ну да, можно. Но не нужно. Сыночка. Не нужно. Ты что делаешь? Пошли. Тебе больно? Ну нет, пока не чувствую ничего так. Ну что, все? Спасибо. А ну садись, Сэмчик. Только я думаю... Ну, садись. Кость, помоги ему сесть, пожалуйста. Да ладно, в лаптиках садись. Я постирала бы, ничего. Он легко остируется, этот гамак. Лиза, давай. Ты же больше всех хотела на гамаке здесь побыть. Ой, снимай, снимай обувь тогда, да. Сначала садись, наверное. Не очень правильно? Не, носки не надо. Ну все. Это то, что вы хотели, да? Да, не переверните. Покататься чуть-чуть? А, может, чуть-чуточку их раскатайте, но не сильно. А ну смотрите сюда, ребята. Сэмчик, смотри сюда. Лизы уже не видно. Ну класс. Уточка. Так вы хотите неправильно, да? Хотите сказать неправильно повешен гамак?
Да. А ну, держи, Максим, сотку. Оставь мне немножко. Так, давайте я вас покатаю. А я пока снял, пока снимаю. Ну, сними пока, да, давайте. Да ничего не случится, оно хорошо так держится. Кто? Ёлка? Да не, он же здесь, смотрите, как здесь все плотно, все хорошо. Я сильно не раскатываю. Дети! Вы где? Уточки за нами наблюдают. Ну что, здесь очень красиво. Дети! А ну выглядывайте еще раз, я вас пофотографирую. Смотрите сюда. Раз. И два. И три. Так, Сэм, видно Сэмчика или нет? Еще покатать? Ну давай, с этой стороны уже поснимаю вас. Погнали! Еще больше! Сэмчик, пляж! Сэмчик, пляж! Нет, правильно будет говорить ляг, ляг. Не ляж, а ляг. Хочу ж детей правильно тоже. Ну, не знаю, как-то, конечно, неудобно так говорить, но так правильно. Ляг, ляг. Ты не вставай, а то перевернешься. Все, хватит. Слишком, да? Ну ладно, не буду больше. Артисты. Все? Накатались? Это то, что вы хотели или нет? Это то, что вы хотели. Здорово. Наслаждайтесь. На Гавайях тоже классно было бы. Enjoy. Американцы говорят enjoy. Ага. Наслаждайтесь. Больше нельзя. Видишь, мне уже два раза замечания сделали хлопцы. Тем, что они такие рискованные, а больше переживают за детей. Пусть я снимаю. Ой, какая красота. Я не буду говорить, что пошли уже, посмотрим, насколько моих старших сыновей хватит. Они вообще не сильно любят долго так находиться на природе. Ну, разве что, если только покупаться можно. О, полетели гуси какие. А эти что-то отвечают им. Те галдят, а эти что-то... Ага. Да, видишь, те что-то галдели, галдели, полетели. А эти им там крякают тоже.
шипином выкрасы. Гляньте, какая красивая. Ты красавица, да. Да, глазастенькая такая. Да, это ты меня пугаешь? Я совсем близко к ней подошла. Ты меня пугаешь, да? Еще ближе подойти к тебе. Да не укусит она. Коронавирус. Там есть еще крошечки какие-то, нет? Дать ей. Так хочется покормить их, а уже нечем. Гуси-гуси. Вот это вообще такая ручная. Прям подходит близко-близко. Красота ты. Ты красота такая, да? Животные, они такие интересные, все птицы. Да? Чё ты тут рассказываешь нам? Ой, красотули такие. Да, ничего уже, нечего дать вам уже. Уже ничего нет. Ты что, так и будем друг на друга смотреть, да? Вода ледяная, а им хоть бы что, они плавают здесь. Мне бы так, как вам, летать и не бояться холодной воды. Красавицы вы. Ой. Да? Что такое? Что такое? Так близко и так спокойно никогда я не видела еще эти гуси. Они или подплывают и быстро уплывают. Так, чтобы стояла долго близко, я не видела. Вот дала бы она еще погладить себя. Ты красавица. Ты красавица такая. Да. Все же, накатался? Дети, одевайте их там. Они уже... Сэмчик хочет выйти уже. Дети, детей. Ну, Сэмчик, уже больше не сядешь тогда. Хорошо? Не, ну я хочу. О, смотри, еще один котенок. Ой. О, нет. О, нет. Слышь. Слышь, какой. Правильно, давай его, гони. Прилетел что-то. Прилетел, начал драться что-то. Ой. Я бы могла еще снимать, но я решила разогнать их. Гляньте, аж перья посыпались. Че, да, да. Понимаю, понимаю. Да, прям жизнь. Все жизненно, глянь, обмывается, гляньте, как красиво. Водичка стекает с нее. Молодец, молодец, боролась хорошо. Не знаю, это мальчик или девочка, но тут прилетел, что-то напал. Но я думаю, они просто отгоняли, потому что это их еда, они считают, и больше не хотят никого принимать. А где тот гусь? Тот гусь улетел.